Сегодня утром в Ишлех торжественно запустили еще один спортивный объект, построенный в рамках федерального проекта «Спорт. Нормы жизни». На селе заработал физкультурно-оздоровительный комплекс с пропускной способностью 172 человека в смену. ФОК в Чебоксарском районе открывали не совсем обычно. Красную ленту никто не перерезал, но при этом за происходящим на площадке наблюдал министр спорта страны Олег Матыцин. Дело в том, что он сейчас находится в Кемеровской области на международном форуме «Россия. Спортивная держава». На самом высоком уровне было принято решение запустить именно сегодня сразу 11 спортивных объектов в 10 субъектах страны, в том числе и Чувашии. По видеосвязи руководитель главного спортивного ведомства страны связался с каждым регионом и подробно расспросил, как шла стройка. Отмечу, что спортивный комплекс в Ишлеях обошелся в 233 миллиона рублей. Львиная доля средств – деньги федеральные. В ФОКе есть бассейн, тренажерные залы. Как сельчане отреагировали на новость о запуске спортивного объекта и будут ли перекраивать расписание школы района, чтобы проводить в комплексе занятия физкультуры? Об этом расскажем в нашем вечернем выпуске в 21:05.